А вот мы и продолжаем разбирать человека-бензопилу, и это голая баба на экране, и это шестая глава, шестая же, да, шестой том, если не ошибаюсь. И вот у нас тут продолжение, и мы будем его читать, да, конечно. Дэн же, тебе нравится еще кто-то? Поцелуйчики начались, ненавижу, блядь, поцелуйчики. Какая хуйня, блядь. Какая ебучая хуета. Хуета, блядь, хуета. Ненавижу поцелуи. Чел тоже упал, да я вообще в ахуе. Ой, блядь, она ему язык, блядь, откусила. Что? Что, блядь, она достала нож, он достал пилу. Чё, блядь, она отрубила ему руку. Чего, блядь, больно, прости, я заберу твое сердце. Ладно, ну, блядь, понятно, что она шлюха ебучая была. Сразу же. Сразу увидел женщину, понял, что она была ебучей шлюхой. Прошу прощения, не всякая женщина ебучая шлюха. Но... Я не буду продолжать эту мысль. Рывок, блять, что? Чел-акула его спас. Я мало про чел-акулу говорил, но чел-акула есть. Это запах, она бомба. Бум, блять, что? Бомба. Она бомба. Бомба, короче. Взрывная любовь. Она его пыталась соблазнить, и она бомба. Ну, понятно, нормальная. Тян-тян, короче, притворялась нормальной. А оказалась ебаной проституткой. Все просто. Ебаной, блядь, шлюхой блядской просто. С лицом ебаной какой-то хуйни, блядь, круглой. Вот вы, ребят, вот она сняла макияж, и смотрите, и вот, блядь, под макияжем вот эта вот хуйня. Если вы видите девушку в макияже, учтите, блядь, ребят. Вот она была красивой, нормальной няшечки, такие глазки большие, такая, губки такие, такая вот, милая. А потом так, блядь, сняла макияж, а она, ебать, дирижабль. Что? Что, блин, она дирижабль внутри, понимаете? Понимаете, пацаны, вот осторожно вот с такими темами, потому что вот она, блядь, дирижабль. Человек дирижабль, блин, я вообще не понимаю, как оно вообще существует. Это дирижаблиное говно. Вот человек акула даже симпатичнее выглядит, он хотя бы красавчик. Она его сейчас взорвет, кажется. Бах, да, конечно, она его взорвет. Все эти черики, которые взрывают, они взрывают людей обычно. Знаете, знаете такую тему? Ну вот. Ну как обычно, в начале манги начинается бой гигантский. К концу идет подводка, скорее всего. Ну и мы, соответственно, смотрим. Да уж, сбежал он быстро. Матч окончен. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну, вы поняли. Бомба — это партнер пушки демона. Запомнили? Бомба — партнер пушки демона. Чел-акула принес, короче, Денджи к своим пацанам-ребятам. А вот и она идет, это бомба. Эй, бомба, красавица. Уж прости, но ближе не подойти. Это тренировочная площадка второго противодемонического дивизиона. Гражданский сюда вход защищен. Спросите. Прошу, помогите. За мной гонится демон. Демон за ней гонится, поняли? Пора устроить старую добрую резню. Ей внутрь поместили плесень, но она взорвала себе голову и, по-моему, похуй вообще. Ей просто похуям. Она вдруг берет и кидает свою голову. Бум! Взрывается, разъебывает просто всех вокруг. Просто богиня какая-то, ее тело бегает, голова взрывается, эти вот руки, лисы, блядь, нихуя. Ее тело напало на чувака, и оно взорвалось. Все вокруг взорвалось, оно вообще всех взрывает. Вот оно, демон здесь, вообще пушка демона, она реально не пушка демона, она, блядь, бомба демона. Она круче, чем пушка демона, нахуй вашу пушку демона. Значит, там голая, без трусов прыгает, что-то всех взрывает, вообще ебанулось. Вот, а чуваки на машине удирают, блядь, головы персонажей, да вы охуели просто. Нормальные пацаны были. Чё происходит? Почему головы нормальных пацанов я вижу вообще опять? А, не, простите, она в трусах, я трусы не заметил. Трусы были плохо прорисованы. О, отлично, малец бензопила очнулся, но девушка-бомба уже висит у нас на хвосте. Вот чёрт, что, блядь, происходит? Действительно. Действительно, что происходит? Он разрезал крышу машины. У него мало крови, но он хочет сразиться с девушкой-бомбой. Ну и вот. Всех женщин, которые я знал, пытались меня убить. Все хотят добыть сердце бензопилы. Понимаете? А у меня тут, да. То, что ты мне нравишься, чистая правда, Денджи, говорит человек-бомба. Не слушай, идет, она наш враг. Упс, чуть не попался, я почти повелся на это. Понятия не имею, зачем тебе убивать меня, но это не важно. У меня есть Макима. Блять, Макима, это же ведьма, она держит тебя на поводке. Ага, вот-вот, короче, сейчас будет. О, господи, в труселях. Давай, Денджи, я научу тебя драться. Я не хочу, еще больше смертей были на моей совести. Захвачу тебя живьем.
Ну и бой, короче, продолжается. Весь бой я показываю, более-менее как-то у меня тут как получается. Бой красивый, вот они прыгают, бегают, стреляются. И вы просто должны это видеть. Я думаю, было бы очень плохо, если бы вы это все не увидели. Потому что это красиво. Дэнджи, ты совсем не пользуешь свои силы. Недостаточно просто махать своими бензопилами. Ты должен лучше понимать свою силу. Понимаете, понимаете? Она его учит силой пользоваться. Бум! Бах! Взрыв. Она идет, она такая крутая, и вот она жопой стоит, и вот он на нее нападает, и он, она его взрывает, и он взлетает в воздух, и она его пиздит ногами его просто, просто пиздит ногами, и это нормально, в этом нет ничего плохого, в том, что главного героя пиздит ногами, боже мой, да нет, что-то вообще ненормально, кстати. Регенерация, ты перезапустил двигатель перед моим ударом, неплох, Денджи неплох, Денджин мастер. Господи, она просто вообще ебет. Монстр. А вот и появился наш герой с демоном будущего. И он отрубил ей руку, которая держала Денджи. Вот и начинается бой. Бой, великий бой. Вот он. Денджи без рук, без ног, блядь, без туловища лежит, объебанный весь. Весь покалеченный. Но мы знаем, что он полностью восстановится. Маленькая ошибка, и я труп. Пусть я вижу будущее, но только на несколько секунд вперед. Неясно даже, успею ли я отреагировать на то, что меня ждет. Сосредоточься. Ара-ра-ра-ра, буф, блядь. Фух, пронесло, прости, опоздал. Никогда не был так рад видеть демона. Воу-воу, тайм-аут. У меня мало крови, и я, по сути, раздета. У вас двое, так нечестно. Ха-ха-ха-ха. Чего? Тайм-аут окончен? Чего? Чего, блядь? Госпожа Резе, тайфун на месте. Так нечестно. Чего? Господи. Все в порядке, ты попадешь на небеса, говорит ангел. Нам нужна твоя кровь, прости. Это я понимаю, тоже миленько. И вот они кормят человека бензопилу кровью, и он встает такой. Опа. Обычный демон умер бы от такого. Вот вам и мистер бензопила. Очень круто. Ну вот. И вот человека-бензопила оседлал человека-акулу, мое почтение. На самом деле рисунки очень прикольные, мне очень нравится, как это поставлено. Здесь именно очень большая ценность всяких рисунков. Ну и вот, соответственно, полетели. Полетели драться. Пиздец, это акула какая-то странная. И вот человек-бензопила на акуле против бомбы с тайфуном. Денджи, ты повежелеешь, что вернулся в бой? Бим, не дай мне пожалеть об этом. Да, сэр, да, сэр. И вот она, тёлка-бомба. И вот наш Денджи, они вместе сражаются. Бензопила. Черт, мне пришлось отрезать ногу красотки. Она без ноги, смотрите. Культя, нет, культи не будет, потому что они все регенерируют, как черти. Им просто плевать, все, вот просто сразу отросла. Мое почтение. Но ведь видите, здесь все эти расширенки, они вообще никак не воспринимаются, потому что, ну, типа, ну отрезали. Бывает. Ну, короче, рубануло по этому тайфуну ебаному. Тайфуну было больно. И вот он падает, где Резе. Мастер бензопила. И она падает сверху и делает большой разрыв. Акулу поджарила. О, ты меня выручил, Бим. Энджи. Дэнджи, ты думаешь. Не думаешь, что пора сдаваться? Не хочу. И вот они вдвоем под звездным небом с этой шлюхой, которая его чуть не обманула. Человек-дирижабль против нашего героя. Что же мы узнаем? Вот такой вот бой. Фью-фью, руки, блядь, отрублены. Как же это раздражает. Ты просто умрешь уже. Когда ты просто умрешь уже? Давай ты просто умрешь уже. Тебе некуда бежать. И вот она. Ты ведь меня плавать научила. Это большая ошибка. Да и что, уплывешь отсюда, да? Да. Бфф, взрыв. Он цепь выпустил. Он выпустил цепь. Что? Цепи? А-а-а-а! Сможешь взорваться, если будешь мокрый? Ой, интересно. Сможет ли она взорваться, если будет мокрый? И вот они внизу. И она не смогла, кажется, взорваться. Человек-акула здесь, и он... Охуеть. Все, победа, видимо. Зачем ты оживил меня? Не могу в это поверить. Придурок. Ну и в итоге наш куколский персонаж, он предлагает ей сбежать вместе с собой, и они... Чё? Блять, чуть не поцеловала, но ёбнула его по лицу, и все поумнее уже. Действительно он ебанутый. Действительно он ёбнутый куколд. Просто ебанутейший куколден.
Просто отвратительно, ненавижу. Опа, и вот она. Вот-вот они, две телочки, встретились. Мне тоже нравятся полевые мыши. Она вообще из мышей собралась вот здесь. Смотрите, она просто взяла и собралась, блядь, из мышей. Что? Что? Кто она вообще, блядь, такая? Вопрос. Что за сука? И зачем-то она обрезала руки нашей темношечки. Чё у нее за силы вообще? Кто она такая? Чё это? Вот почему мне нравится полевая мышь. Господи, да что ж ты делаешь-то? Бах, проткнула. Чё все телепортируется-то вокруг? А это ангел. Ну, такое. Вот она, вот эта майка, блядь, хуяйка. Дура, блядь, ебаная просто. Шлюхи. Шлюхи на шлюхах в этом манге ужасной. Просто жесть. А вот и седьмая глава. Мы очень быстро смогли прочитать шестую главу, потому что она состояла из одного большого боя, по большей части. Ну, теперь седьмая глава. Вот у нас наши герои. Не открывай. Ау-ау-мяу-мяу. Короче, да, снова хреновый сон. Поехали. Ну, короче, что-то мир увидел Чека-бензопилу, и они узнали, что он одет в форму охотников на демонов, и что-то прихуели в мире, да, новости показывают. Красиво нарисовано, мое почтение. Короче, за ним теперь, видимо, будут охотиться другие охотники на демонов, потому что узнали, что есть демоны, что он у этих чуваков. И что-то всем не очень нравится эта информация, не знаю почему. Да-да-да, всем этим охотникам на демонов приказывают, у тебя есть работа, захвати Чека-бензопилу, зензопилу, короче, захвати его... Подумаем об этом, ну и вот так далее, так далее, так далее. На самом деле какая-то довольно вялая глава. О, машина. Да, довольно сильно вялая глава на самом деле. Мне в целом, ну, типа, показалось довольно грустным. Это твоя машина, значит, это твоя вина. Короче, здесь какое-то, знаете, вступление к грядущим событиям все это время было, поэтому мы почти ничего не отмечали. Ну так, грустновато. Ну и вот появляется вот эта шмень. Вот эта вот штучка. Мы ее вот видим, не знаю, вот уже видели ее. Она лежала с голыми тянками, теперь она с ними же идет. Ну и вот сейчас будет продолжение. Ну и тут тупо есть Санта-Клаус, запомните. Ну короче, Санта с куклами, одноглазая тетка, все охотятся за нашими, короче, героями и так далее. Эх, ну типа вот, расправляются с этими манекенами, куклами, ребята наши, ну и все. А эта тёлка их просто взяла всех и разрубила, кажется. Чего, блядь? Всех этих кукол. Ну, то есть, начинается классический махач. О, чернила. Нихуя себе. Её осьминожьи щупальца. Вах. Трищ, все получают лещей от этой одноглазой. И вот они, давно не виделись. Вот они, любовники. Вот этот чел, короче, захватил. Захватил ее кисочек, с которыми она спала. Теперь они вот увиделись друг с другом. Давно не виделись, подруга. Денджи Пауэр, держите этих двоих. Буду дергаться, убейте. Да. Ну вот такое вот. Чел пишет на блокноте. Макима все слышит. И они продолжают беседовать, и он пишет тексты ей. «Делай, что я скажу, я гарантирую тебе твою безопасность». Эту Макиму все боятся, блин. Она какая-то вообще конченая. Охуеть. Мое почтение. И вот мы переходим в прекрасный восьмой том. У нас восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Надеюсь, я успею все сегодня посмотреть. Ну и началось месилово, только между людьми, теперь они демонами, вот они обмениваются ударами. Нашего мега-учителя Какаши-сенсея выбросили из окна, он упал на машину, здесь перестрелка, соответственно, бух-бух-бах-бах. Короче, пуф-пуф, она руками принимает пули, ей вообще похеру. И вдруг падает челик, и тут эти опять манекены, и манекенов режут наши полудемонические охотники. Назад или я убью ее, осторожно, Дэнджи, там хуенджи. Может, отпустишь ее, дорогуша? Я бы не хотела сражаться с тобой. Обманщица. И вдруг акула появляется. И таранит спину. Человек-акула наш любимый. Не трогайте мастера бензопилу, вы отродье. Вот. Девка настоящий монстр. Надо бежать. Могу я взять реванш? Вот начинается панчи. Панчи. Бифы и панчи. Они сражаются. Прямой удар убил бы меня. У тебя нечеловеческая сила. А, вот. Блять, на гвоздь наступил. Чё? Господи, а, красота, вот его и распяло.
Яхагео Фейс. Моё почти Ахигао, простите. За оговорочку. Ну вот оно как-то так. Молодец, Толик. Толян. Толя. Толя молодец. Толян, ну, крутой. Инсталляция. Толя. Жарит, шарит. Ну, здесь с Чернышом бой продолжается. Вы следующие. Она монстр. Она его победила без проблем. А вот и дедушка наш. Мороз, Санта-Клаус. Силен. Пока-пока, дедуля. Блять, селф-килл. Я дам свое сердце и дорогих мне детей. Взамен, демон тьмы, забери всех живых существ в этом здании. В ад. Пиздец, этот палец. Вот такой вот, появляющийся здесь. Из кадра. Мое почтение. Мое почтение. Невероятно. Просто невероятно. И все оказались в аду. Какого черта? Удачного пути. Толик! Толян! Толя! Пиздец, что за рука? Ебать. Ебать, прикольно. Вот это прикольно. Вот здесь началось уже прикольно. Мое почтение. Респектую. Добро пожаловать в ад. Добро пожаловать в ад. Готовы в аду? Где мы? А, где они, ребят? Они в аду. Пишут здесь, что в аду демоны куда более сильные, чем пушка-демон. А пушка-демон, напоминаю, главный босс. Вот это демон тьмы. Вот он идет. Вот космонавты, вот их ноги. Они молятся, блядь, на свои ноги. И вот там демон тьмы вдалеке наблюдается, идет к ним. А вот они молятся. Вот лягушечка. Ребята, про... ой, блядь, ебать, какая красотища. Ебать, ад прикольный, ад охуенный. Вот ад охуенный, реально подвели и так хорошо. Блин. Я демон кукол, и чел на колени перед ним встал. Я принес сердце бензопилы согласно контракту. Буф. Даруйте мне силу убить Макиму. Блин. Троих для контрактов, одного ради удовольствия. Пиздец. Пиздец. Все хотят убить Макиму. Макима, видимо, вообще совсем. Блять, опять эта рука. Ебать. Частичка плоти демона тьмы. Жесть. Челу голову просто сняли. Просто сняли голову. Мое почтение. Демон камня. Блять. Слушайте, как это охуенно выглядит. Вот начиная с этого момента, вот начинается что-то большее, чем то, что мы видели. Что-то лучшее, я бы даже так сказал. Что-то вот вообще немножко... немножко совсем другое даже. Бля. Он просто развалился. Блин, они все еще без рук здесь. Он их всех обезручил. Он их всех распилил. Блин. Блин, блинский. Блин. Блин, какой же он охуенный, этот демон тьмы. Мое почтение. Это мой демон. Не, чел. Ты тоже распят. Вух, вух. Демон бензопила в анусе просто. Господи. Как же это охуенно нарисовано. Ой, господи, мечом его как. Динь. Блин. Появление этой штуки очень сильно круто выглядит. Прям это нереально круто. Все, что здесь происходит сейчас, прям вообще нереально классно. Вот с этого момента я начинаю, возможно, даже понимать, почему кто-то эту мангу любит. Потому что до этого... ой, блядь, паучиха, точно. Блядь. Смотрим, да? Смотрим. Неплохо, неплохо, неплохо. Я, кстати, что-то даже это... сейчас, подождите минут 10, я вернусь.
Ой, ребят, ну все, я как бы закончил нормально, неплохо, короче, подрочили, хорошо посидели, хорошо провели время. Отлично, 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 мне очень понравилось, хорошая манга, у меня прям вот привстал даже немножко, прям вообще мое почтение, красота, красота, классно, красиво, замечательно. Ну, в общем, сражение продолжается, мое почтение, тут распилы, разъебы, эту паучиху тоже убили. И тут это Макима, демон тьмы. Хочешь, чтобы я сама пришла и спасла их? Госпожа Макима, не надо, принц. Призови меня. Как пожелаете. Сейчас мы увидим Макиму в деле. Демон тьмы и Макима показывают друг на друга пальцами. Кто же из них покажет лучше, интересно? Пиздец, она разъебала демона тьмы одним пальцем. Что? Что? Так, демон тьмы еще живой. Он еще что-то там показывает. Блять, и пальцы, и руку всю скрутило, и меч летит в Макиму. Демон Ада, ты получишь все от меня, так что прошу, верни нас обратно. Вах, какая красотень, как же красиво, как же красиво и мощно, как классно. Бах, и они все вернулись вроде. Хе-хе-хе-хе. Ясно. Так вот, как оно работает. В общем, сила тьмы потрясающе. Начинаю все понимать. Боже мой, что это такое? Что это такое, господи? Как круто. Рада тебя видеть, Макима. Привет, Санта-Клаус. Блять, это тетка Санта-Клаус? Оказывается, или это тот самый Санта-Клаус? Враг поглотил кусочек плоти тьмы. В темноте атаки не работают. Макима, твоя мечта окончится здесь. Денджи, ты спасешь меня? И Денджи такой: «Уа! Я мега куколд, блядь! Я куколд, нахуй! А, я буду драться за свою Макиму, чтобы потрогать ее сисечки!» И вот это вот все пошло, классика. Ну, блядь, куколдский персонаж, конечно, грустно, но то, как это было только что нарисовано, вообще мое почтение. Все, что мы видели вот до этого, просто муа. То есть тут было куча скукотищи ебучей перед этими моментами, которые прорисованы просто божественно. Все действия, которые происходили, просто поразительные. Вот у меня просто реально, ну, вот эстетическое удовольствие я испытал от этого кайфа. Ну вот. Ну и происходит сражение против так называемого Санта-Клауса. Во тьме его раны заживают, ну и вот эти все марионеточки. Происходят драки, сражения, вот из глаза тяночки что-то достают. Сейчас узнаем, что там. Что же интересно? О, нож. У нее в глазу был нож. Что? В голове, в глазу, что куда? Ничего не понимаю. Бам-бам-бам-бам-бам просто. Вух. Ножи, кинжалы, и вот оно все идет. Ты кто? Бензопила, помоги мне убить этого демона. Эта тварь убила моих женщин. А! Это глазастик, что ли? Куклы стали сильнее. Похоже, бесполезно уничтожать их, не убив кукловода. И все еще можно превратить в фарш. От такого они не оправятся. Ну и начинается. Ладно, прикрой мне спину. Стоп, ты где? И все, начинается мясо. Бам-бам-бам-бам-бам. Да, большая часть. Короче, месиво, щекотно. Ей щекотно, понимаете? Вот. Кайф, 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 круто, 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 круто. На охуенный бой. Это очень крутой бой. Из довольно скучной главы все перешло просто в невероятный какой-то шизофреничный мясной бой, в котором вообще все дико странно. Короче, люди, да, идут и атакуют. Блин, а он не может убить эти куклы, которые из людей сделаны. Ему приходится убегать. Они за ним бегут по стенам тоже. Видите, тоже лезвие сделали в ногах и прыгают, бегают, пытаются атаковать. А он чё? Он, блядь, отрубил ему руку. Блядь, ему приходится их убить. Ему приходится их убивать. И вот эта голожопа начинает тоже. Эти куклы лишь подражают людям, говорит она. Убей их, не сомневайся. Но откуда ты это знаешь? Если мыслить таким образом, ты ведь можешь их убить. Блаженное неведение, бензопила. Блаженное неведение. Блин. Блин, блинский.
Ночь, блядь, ночь приближается, а она с демоном, блин, блин, сейчас же начнется. Так вот она, сила тьмы. Мне кажется, ли ты стала еще более стрёмной? Да, она стала еще более стрёмной. Вот эти вот ноги, блядь, вот эти вот ноги. Вот это вот тут голова. Талия, блин, вот ее талия вот так выглядит. Пиздец, какая она крутая. Вот она вся такая паучиха. Вот, ладно, не могу ее лицо показать, к сожалению. Ну вот она, вы видите ее. Новые куклы, господи. Боже мой, как классно, классно. Круто, 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 блин. Блин, блин, блинский, блять, я просто в ахуе, горяч. Блин. Серьезно. Все, что было до этого, полная хуйня, как бы. Мы добрались до кульминации. Кульминация охуенно. Ну, не кульминация, еще не кульминация, скорее всего. Там еще будет битва с человеком оружием, пушкой. Но все-таки это так круто. Это так круто. Это так круто. Ведь твоя серия зависит благодаря силе света. Лол. Господи, какой круч. Собачки Макими, собачья смерть. А теперь просто не двигайся и сгори. Я тоже регенерирую силой света. Ты выпил кровь моих кукол, гаденыш. Кровь кукол, блин. Можешь еще быстрее умереть. Скоро ты встретишься с Макимой. Монстр. Он тянет меня к себе. Не пойму, что с ним. Держите его подальше. Господи. Умри. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не понимаю, почему ты не умрешь? Страшно. Круто, конечно, что вы все пытаетесь меня убить. Ведь вместе мы сильны. И все такое. Но если Макима умрет, я не смогу отправиться с ней в путешествие. Чего, блять? Действительно, чего? Бам! Бум! Но он еще весь в огне, по темной этой хуйне, сияющей силой своей. Еще и машину сверху в нее вдолбил. Ебой! И вот он их пьет, как я понимаю, брызжет на себя. Блин. Если Санта-Клаус заглянет нам, пусть приходит по будням, по выходным я отдыхаю. Лол. Блин, Санта-Клаус на самом деле не дед, это просто какая-то сила Санта-Клауса. Я не, блин, он везде кукол разбросал и что-то вот такое, что-то странное, короче, тоже. Перемирие окончено. Охуенно. Мое почтение. Ладно, началось то, что происходит сейчас. Мое почтение. Я, короче, респект. Респект отдаю авторам этой манги. Автору, точнее. Блин. Блин, блинский. Это потеря-потеря. Это очень смешно. Ладно бы это еще что-то значило, эти отрубания голов, но все круто. Отрежьте, ну, короче, она сдалась Макими. Отрежьте вот это одноглазая танка. Отрежьте мне все конечности, чтобы я не сбежала. Только не бейте моих, в общем, тяночек. Блин, она их всех обезглавила. Господи. Макима своим товарищам закрыла глаза и обезглавила этих тянок. Пиздец. Хэллоуин, Хэллоуин, Хэллоуин. Пиздец. Ну, Макима какая-то вообще дикая, честно говоря. Дичайшая. Ну, вот с этого момента начинается 9 глава, 9, 10, 11, да? Здесь будет 300 страниц. Я не знаю, где закончится она. Здесь довольно странно, в общем, они распределили эти главы. В общем, здесь 300 с чем-то. В общем, овер до хера. Так что поехали, торопимся, смотрим, читаем. Поехали. Ну, по классике, все, едем. Она побоялась идти в ванну одна, и он решил, они принимают душ вместе. Ебать, эротика началась. Теперь они в ванной вместе. Теперь они, блядь, что-то почти целуются. Блин. Жесть. Воу-воу-воу.
Хайавака, по твоему запросу, четвертое подразделение может не участвовать в устранении пушка демона. Никаких проблем, но Дэн Джей Пауэр отправится с нами. Пушка демон будет сейчас скоро. Пушка демон! Пушка демон! И вдруг она пишет: на данный момент пушка демон уже побежден и схвачен. Че, блять? Что? Ого, он уже был побежден, находился в бессознательном состоянии. Они разделили пушка демона во все разные страны между собой. Что? Что, блядь? Это же главный босс. Нихуя себе, они нас разочаровывают. Круто. Мое почтение, респект. Вот это смело. Так готовили нас к битве с пушкой демоном, а его уже побили, блядь. Его уже расчленили. Ха-ха-ха-ха. Демон будущего говорит нашему черноволосику, что его и Пауэр убьет Денджи. Это абсолютно неизбежно, и после этого появится демон, вызывающий ужас у всех остальных демонов. Блядь, кажется, главный демон здесь это Макима. Чел говорит, что он ради выживания там и спасения своих товарищей готов пожертвовать вообще всем и заключить контракт с любым демоном. И Макима пишет: раз так, заключи контракт со мной. Если дашь мне всего себя, я дам тебе силу. Она унизила ангела. Ангел ее решил убить за это предложение странное, да? И почти смог, почти смог. Он истратил 10 лет жизни на то, чтобы провести этот ужасный прием, но вот оно как. Она его победила. Просто сказала ему лежать, и он лег. Я дам тебе всего себя. Хороший мальчик. Блин. Пиздец. Макима — это демон порабощения. Ебать! Ебать, они намутили! Мое почтение! Мое почтение! Хорошо, ладно. Ладно, я доволен. Я более чем доволен. Начало было грустное. Первая половина, то, что мы смотрели в прошлом обзоре. Ну, типа, блядь, среднячок пойдет. То, что происходит дальше. И вообще, вот то, что сейчас я вижу, это охуенно. Это охуенно, хорошо, согласен. Это, может быть, даже и круче, чем Fire Punch. Fire Punch хорош, но очень камерный и маленький, а здесь прям, прям блядь. Это то же самое было бы, если вдруг Джирайя Сенсей в Наруто оказался бы главным злодеем. Ну, например. Или Какаши Сенсей, предателем за всю жизнь. А вот и пушка-демон. Вот он, ребята. Вот он, великан, гигант просто. Блять, пушка-демон — это имена тех, кого он убил. Если что. А вот его головы там внутри собраны в его пасти. Вот это я понимаю, реально охуенный демон. Мое почтение. Пушка демон просто тоже еще один кукол неожиданно. Вот это я понимаю поворот. Не как в Наруто было, когда типа: ой, блядь, я этот Мадара, блядь, я стоял за всем этим. И потом черный Зетс такой: нет, за всем стоял не ты. И все, и вдруг появился ниоткуда персонаж, который всех разъебал. Здесь все, здесь все четко, здесь все как четко просчитано. Мое почтение, кайф. Пушка-демон ебошит, он направился в сторону Макима, просто убивает людей. Макима обнаруживает пушка-демона на расстоянии 500 километров. Он продолжает убивать и разрушать. Все вокруг умирают, всех расстреливают по пуле в человека. Пушка-демон остановился. Активация способности пушка-демона. Огонь в направлении Макима начался. Погибший Абаме, ну хоть не Обама. Макима готовится к активации способности. Зарегистрирована 29-я смерть Макима. Но ей похуям. Она просто сделает из крови своей нимб. Ей просто плевать. Ей просто пофигу. И она активирует свою способность. Она активирует чужие пожизненные контракты. Боже мой. Бам! Так, она, короче, разнесла этого пушка-демона вообще без проблем. Пушка-демон лох. Жесть. Жесть лох. А вот и к нашему герою явился пушка-демон. И... серьезно? Так она не пошутила, понял. Ну, будем драться. Дэнджи. Откуда ты знаешь мое имя? Бррр, как холодно. Зачем я вышел на улицу? Дэнджи. О, сыграем в снежки. Началось великое сражение. Бам-бам-бам-бам-бам. Короче, к ней приземлился.
Отлично, ты в команде, Денджи. Получай. Вах, бенч, пунч. Что? Хотите сыграть с нами? Это маленький мальчик. Что? Не делай этого, стой, не смей. Ой, блядь. Ой, ля. Ой, зачем он это делает? Ну вот. Идиот. Банч. Бум, бу-бу-бу-бу-бум. Очнись, придурок, ты бы охренел от того, что творишь. Да. Господи, действительно охерел бы. Господи. Его жизнь наконец стала веселой. Понимаете? Да. Сдаешься? Нет. Вот так-то лучше. Бам. У меня руки мерзнут. И вот оно. Кровавое месиво. Месиво, ребят. Месиво кровавое. Наблюдайте, наслаждайтесь. Его пытаются зарезать. Спаси. А. Или нет. А, кровь ему свою дают. Охуенно, спаси нас, прошу. Люди питают его кровью, чтобы спасли их и его детей, их детей. Вообще кайф. Помоги, помоги. И вот. Он впитал в себя кровь, и сейчас начнется. Сейчас начнется драка. Вот, настоящая. Настоящая мужская битва. И вот чел бензопила пронзает его насквозь, этого петушару. Петуха ебучего, вот этого так. Человек, пушка, пупушка. Свинюшка. Хе-хе-хе. Вот эта хуйня говорит. Ты встретил самую ужасную смерть. Аки Хаевака. Вот тот черноволосик. Видите, ему пушку вмонтировали. Ужасную для парнишки бензопилой. Как он и предсказывал, он умрет от рук бензопилы человека, да, и это было ужасно, действительно. И демон будущего, в общем, да. Да. Недоволен. Ну, как, наоборот, доволен, ему нравится. Ты дура еще и, блядь, ебаная собачница. Смотрите, у нее миллиард собак. Миллиард, блядь, собак. Это просто пиздец. Просто, блин, ребята, опасайтесь собачниц. Кошатница еще, типа, куда там не шло, да, типа, еще можно иметь дело. Но собачница — это конец, это финал, это последняя остановочка. Хуже только любители лошадей, если что. Она его спрашивает, какое твое желание исполнить, он говорит: собака, я хочу быть твоей собакой. Она вообще собаку, наверное, превратит просто. В общем, Дэн же согласился, попрыгал там на задних лапках, помолился своей хозяйке, ну и, соответственно, она говорит: пойдем, я убью сейчас эту Пауэр. Пауэр ко мне в дверь стучится, она говорит: вы что, вы шутите? Она говорит: нет, нихуя не шучу, ну же, Денджи, давай, открывай, ты будешь тем, кто откроет дверь, а я ёбну эту Пауэр, короче, ну давай, давай, открывай, не думай ни о чем, верь мне, ты, блядь, моя псина, ты моя собака, ты моя ебаная псина, сука, сука моя ручная, мой ручной куколд, блядь, БАМ! Бжж, блять, бжж, по этой ебучей пауэр. И Денджи такой. Чё, блять, происходит вообще? Что происходит? Круто, это круто, это круто, это круто, это вообще пиздец, как классно. Твои холодные руки. Твои руки опять холодные, бедняжка, пойдем внутрь. Ебать. Я же сказал, что она сучка, ее надо было сразу убить. Просто сразу убить, пиздец. Пиздец просто. И эта сука еще ржет. Эта мразь еще ржет. Блять, это очень крутая злодейка, вообще на самом деле. На самом деле очень крутая манга. Блять, ладно, я в прошлом выпуске говорил, манга говно! Автор гомосексуалист, да, ничтожен вообще, исписался, руки у него из жопы растут, да, все, короче, Fire Punch, единственная хорошая манга от этого автора, не, ладно, отлично, хорошо, хорошо, согласен, годнота, 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 если начало было скучноватое, оно было подводкой к тому, что сейчас происходит, и, честно говоря, то, что сейчас происходит, меня очень сильно забавляет и радует, и вообще-то очень интересно. Пиздец она маньячка, честно говоря. Я не буду говорить, что она там сказала. Это даже неприлично говорить. Но она крута. Она не ебически крута, честно говоря. Твой отец не убивал себя, ведь его убил ты. Пиздец, как она на него давит.
Помог, ты помог мне убить Пауэр. Возможно, был способ спасти Аки, но и ты убил его. Даже своего отца убил. У кого-то вроде тебя нет права желать нормальной жизни. Разве нет? Ага. Пиздец, пес. Пиздец он, пес, конечно. Ебаный. Ебаный куколд. Ебаный куколд и пес, и чмо, и лох, и вообще ничтоженный. Но мне нравится. Ой, блядь. Шестаки ебаные здесь. Господи. Господи, вот они. Они все твои последователи? У нас была разная вера, но они поставили на кон свою жизнь и сражались, чтобы защитить тебя. Они все ждали этот день, когда возроди... Прямое попадание. Начинаем шторм. Все, начинается. Макима обнаружена. Сейчас будут ебать Макиму, эту мразь. Мразь эту! Убейте ее! Убейте ее! Не жалеть! Убить! Ну, они ее, короче, пристрелили, но это только начало. Простите меня, приготовились. Фух, нож. И он... Демон ада. Убей Макиму и забери ее в ад. Блять, они перерезают себе горло. Охуенно! Охуенно, охуенно. Спаси меня, человек-бензопила. Теперь все зависит от тебя, демон ада. И вот он, демон ада появляется. И вдруг... Блять, кишка, короче, душит нашего главного героя. И он заводит свой моторчик и начинает сражаться с демоном ада и распиливает его на куски. Ебать, он крут. Ебать, он крут, этот куколд. Это самый крутой куколд в аниме за всю историю. Пиздец. Боже ж ты мой. Его ведь в ад отправили. Ты знаешь, нет смысла стрелять в меня. Согласно моему контракту с премьер-министром, атаки на меня превратятся в болезни и бедствия жителей Японии. Ну разве ты не везучая? Почему ты не опустил пистолет, даже зная это? Почему так спокойно твоего демона бензопилу в ад отправили? Я попросил его спасти меня, так что верю, что он обязательно вернется. Пиздец. Пиздец. Ты? Да что ты вообще такое, я? Я просто его фанат. Фанат? Пиздец, пиздец. Герой ада, человек бензопила. Бам. Пиздец, какой он мощный. Имена демонов, которых пожирает человек бензопила, оказываются стерты из реальности. Что, блядь? Типа он очень крутой. Он очень крутой. Блин, она хочет подчинить себе человека бензопилу, чтобы стереть смерть, войну и голод. Ну, вы помните, да, что у него есть сила стирать имена, вообще воспоминания о тех или иных демонах, когда он их убивает. Пиздец, пиздец круто. Вот и человек бензопила вернулся из ада. Все, они все обсудили с челиком тем. Он вернулся из ада, и вот он. Пиздец просто. Ебать, он огромный. Ну все, он пришел головы всем вокруг срубать теперь. Из ада. Он просто, ему похеру теперь. Он просто сидит и отрубает головы. Пиздец. Господи. Нормально. Он вспомнил, что хочет пойти на свидание с девушкой, и теперь схватил ее своей кишкой, одну девушку, и потащил ее. Дал ей мороженое, распилил мороженщицу, вот эту мороженое, где... Блин. Блин, боже мой. Походу, я принял запрос на довольно сильного демона. Чел. Мисс, не бойтесь, теперь в безопасности. Нет, чел, ты в опасности. Господи, господи, как круто. Танцуй. Танцуй, танцуй, танцуй. Блин. Господи, как классно. И он ушел. Похоже, нас заметили. Говорит Макима. Выходите. Ага.
Чуваки, вам конец. Блин. Вы все не в себя. Я защищу тебя, Макима. Мне нравится. Любой, кто победит бензопилу, получит свидание со мной. Да как же она задолбала, эта инфантильная сука. Демоническая. А. Ну и соответственно, ну, начинается борьба. Борьба, борьба. Вот ее шестаки, это и Макимы. Они все нападают, ебать, они демоны тоже, сука. Демонические сволочи. И все нападают на бензопилу. Бензопилу тоже немножко шизанулся уже. Все, началось месиво. Мясо, разрушение домов. Короче, гигантская баталия. Вообще боевая, просто адская. Человек, бензопила. Человека нож появился. Ножпа. Его разрубили напополам. Ладно, похоже, нам не победить. Действительно. А, сгори для меня, детка. Ух. Вот и бомба. Бомба появилась. Копье. Бах. Бам. Бам, бам, бам. Короче, палит по нему. Насколько человек бензопила может задержать дыхание, спрашивает Макима, выкинув его в атмосферу. А, вот. Он вынул свое сердце. Чего? И бросил его. Чё? Ой. Ха-ха. Схватился. Красава. Красиво. Тут дальше по главам пойдет. Ну и вот он их поймал. Вот он сидит. Зачем я танцую? Действительно, зачем? Учитывая мою недавнюю смерть, в общей сложности я была убита тобой 26 раз. Так почему ты не хочешь съесть меня? Мое тело настолько неаппетитное, спрашивает Макима. На то мы сойдемся. Вот ее рабы, рабы там. Ты ведь уже не так сильно боишься человека без запилу. Вах. Я люблю людей так же сильно, как они любят собак. Ну вот. И к тому же они обожают меня. Она направила на него тысячелетний луч, и он защитил свою на девочку, которую он там подхватил и заигрывал с ней. И ему пришлось, в общем-то, попасться под удар этого копья мощного тысячелетнего. Его пробило, и он лежит. Он лежит, и он ослаблен тем, что его люди-то больше не особо боятся на самом деле. Эта шлюха смеется, она радуется. Она сильна, она мощна. Проснись, Пауэр. Черт, кто побери такой. Ты, наверное, почита. Дэн же о тебе рассказывал. Пожалуйста, Пауэр, я хочу, чтобы ты спасла его. Ну и вот. Короче, почита обратился к Пауэр, чтобы... в общем... Ну, чтобы, в общем-то, как бы спасти своего другана, потому что, ну, его сейчас покоцали довольно сильно. Но он все еще встает. Оу. Он выплевывает Пауэр. Ха-ха-ха, и вот она. Вот она, блин. Сильная, я самая сильная, я! Протыкает, короче, всех Пауэр. Использовать 100 лет. Это способность ангела. Помните, у ангела есть способность брать и... В зависимости от годов, короче, своей жизни. Использовать атаки разные. Тысяча кровавых терродождей. Бам-бам-бам. Макима мусор, Макима никто. Я президент, я самое важное. Вдруг она призывает зомби, это ваша Макима. Ауч, ой-ой-ой-ой-ой. Господи, что тут происходит? Бам, отстреливает руки этой Пауэр. Почему, Пауэр, почему ты жива после того, как я тебя убила? Отвечай на вопрос. Это моё. Я. Пауэр, будь хорошей девочкой и отдай мне человека бензопилу. Сделай это, и я не убью тебя снова. Позволю тебе быть моим питомцем. Ваше желание. Закон, пишет она. На самом деле я поймала этого баллона. Хорошая девочка. Да ладно. Слава моя. Ебать. Пауэр, положи человека бензопилу на землю, но у Пауэр воспоминания.
И Пауэр атакует. Почему? Почему я бросила вызов Макиме? У меня ни за что не получится победить. И она все равно убегает. Без рук, уже разрезанная, вся покоцанная. Зомбаки со всех сторон. Все в жизни одинаково ничтожны, включая мою. Поэтому любая смерть, даже моя, не повод для грусти. Но Денджи не может умереть. Потому что Денджи мой первый друг. Вот так вот. Денджи, Пауэр, я здесь, чтобы спасти тебя. Поняли? Денджи пробудился в мусорке в итоге. И он готов, в общем, готов к действиям. И он Денджи, он не монстр бензопила, он нормальный. Мотивация персонажа меня поражает. Хочу море секса. Хочу море секса. Вот такое. Вот почему я хочу остаться человеком-бензопилой. Привлечь себе внимание. Словно попросить Максима убить тебя. Охуенно. Ну и вот он ждет их на кладбище. Поехали. Ну все, сейчас он будет сражаться против ее людей орудий на кладбище. Он опять стал Денджи, ведь, ну, он это вот, человек-бензопила все еще, конечно, но у него есть более мощная форма, в которой он и был, в которой его, кстати, победили. Теперь он в слабой форме будет сражаться против них, но что-то нет, он не очень слабый. Хуя себе он кусок земли поднял вверх и на них направил, ебать. Ебать колотить. Бам. Его протыкают. Он все равно рубит вокруг всех, и он хорош, он силен. Он намного слабее, чем раньше. Весь мир признал человека-бензопилу. Они даже начали продавать товары с ним. Больше не нужно его бояться. Но он все равно сражается. Он все равно сражается. Буф. Так. И вот она, Макима. Бам! Прострелил себе руку. Она. Держись, я убью тебя лично. Дерись со мной, говорит Макима. И он ее сразу же обезглавил. Но ей-то плевать. Голова подлетела вверх и присоединилась на место. Умер другой человек, который ей подчинен. То есть все атаки она, да, переносит на других людей. Мое почтение. Ей отрубают руки, а она исцеляется. Ее разрубают напополам, она исцеляется тоже очень быстро. И она разъебывает человека бензопилу, разрывает его на куски и достает его ебучее собачье сердце. Вот оно, ебаное собачье сердце. Блять, я могу его показать вообще? Вот ебаное собачье сердце. Вот оно так выглядит у Денджи. Этого следовало ожидать. Я победила тебя голыми руками. Все же ты не человек-бензопила. Как мне заставить тебя отказаться от этого мира, Денджи? Что я должна сделать, чтобы ты снова стал человеком-бензопилой? В общем, она вырвала ему сердце. Еще пару глав осталось, то есть недолго. Мы почти заканчиваем на самом деле. Я дважды победила тебя, человек-бензопила. Теперь ты мой. Мы навсегда будем вместе. Она сидит с его сердцем. Будем много кушать вместе, спать вместе и жить вместе вдвоем. Она любит человека-бензопилу, но Денджи лох и куколд. Ой, чего, блять? И вдруг встает Денджи, что? И распиливает ее бензопилой. Ха, что? Наконец-то вы потеряли бдительность. Я заберу почиту обратно. Спасибо. Фух, чуть не помер. Пришлось использовать всю кровь, которая дала мне пауэр до последней капли. Как ты... Тем Денджи, с которым вы дрались все это время, им был Почита, которого я оторвал от своего сердца. Кое-как вспомнил, что могу так сражаться, так что да, блять. Рана не спешит затягиваться, да, все потому, что ту бензопилу я сделал из крови Пауэр. Теперь она бушует внутри вас. Подобное едва ли. Она отвечает, подобное едва ли. Ага. Я и не жду, что вы умрете от такого дешевого трюка. О! Мастер приехал забрать нас как раз вовремя. Простите за это, мисс Макима. Черт, моя спина сейчас отвалится. Итак, ты готов? Да. Фух. Я же устал. Ты же понимаешь, что это только начало, да? С этого момента все зависит от тебя. Невинные люди гибнут, даже пока мы разговариваем.
Блин, нормально. Ну все, финальная глава Человека-бензопилы. Ну, короче, он кушает приятно, замечательно. Кушает в конце победы уже, да? Он молодец, вот он выгуливает собак Макимы. Эх, я все съел. Мисс Макима не возродилась из моего желудка или толчка. Похоже на то. Короче, он ее съел, и от нее ничего не осталось. Макиму бесполезно атаковать. Как ты умудрился убить кого-то неприкасаемого? У меня не было цели навредить мисс Макиме. Это мои искренние чувства. Я съел ее, чтобы стать с ней одним целым. Это не атака, это любовь. Любовь! Ну, это хуйня уже в конце пошла, ладно. Блин. Как ты вообще смог ударить мисс Макиму? Разве она не должна была тебя сразу же обнаружить? Это была просто догадка на основе наших с ней разговоров, данных о врагах. Мисс Макима видит нас через запахи. Она не запоминает лица, она помнит только запахи людей, которые ей интересны. Так что я рискнул. Поставил на то, что все это время мисс Макиме был интересен только человек-бензопила, а не я сам. Что она не видела меня с самого начала. Понятно, ребят? Короче, появился новый демон порабощения Наюта. Ну, как бы в другом теле переродился это демон порабощения. И теперь эта маленькая девочка, и Денджи обнимает, блядь, эту маленькую девочку и живет с ебучими собаками. Ну, вот такое вот. Человек-бензопила победил еще одного демона. Думаешь, он человек? Эх, еще какая-то хуйня там. Ходят слухи, что он теперь старшеклассник. Он поступил в школу. Арка общественной безопасности. Конец. Ну, видимо, все. Видимо, это финал вашего Денджи. Что я могу вам сказать? Ну, финал немножко на самом деле разочаровывает, так скажем, да. То есть, все, что мы читали, вот там вот где я орал прям от того, что нихуя себе как круто, там было очень круто. Там прям бам! Нифига себе! Воу-воу-воу-воу-воу! Ну ты Денджер просто вообще. Денджин мастер. А вот финальчик такой, знаете, немножко скомканный. Я надеялся, что она за мной не следит, потому что я ей не интересен. Пук-пук-пук, там, да. И у меня все получилось. Пук-пук, короче. Она, я ее пилой так пук, а потом скушал ее. Круто, что она скушала, кстати, это плюс. Но потом перерождение, лоликончик какой-то сверху. Ну, типа, даже разочаровывает немножко после битвы с Дедом Санта-Клаусом, простите, с Дедом Морозом, Санта-Клаусом, ну вы поняли. В целом, манга охуенная. В целом, манга охуенная. Особенно вот последние главы, которые вот до этого были. И в принципе, до последних разделов, которые мы сейчас смотрели, все было очень круто. Макима очень круто выступила, сама Макима как персонаж очень крутая, и вообще все, что с Макимой связано, очень круто. Она сама очень классная, ее прям хейтишь. Победа над ней получилась хуёвой, конечно. Многие сражения с ней были крутые, когда человек-бензопила с ней сражался, тоже было круто. Когда все они там на нее наваливались, тоже было классно. Но в целом, на мой взгляд, тут есть некоторые свои некоторые проёбчики в финале особенно, и это грустненько, потому что могло бы получиться прям вообще по нарастающей очень классно. Автору, соответственно, на мой взгляд, большой респект. Первые главы, которые произвели на меня скорее ощущение некого разочарования, сменились отличными главами, ну, разделами, томами, которые, ну, типа, вообще класс, вообще круто. И все эти предыдущие главы воспринимались как такая, знаете, определенная подводка к грядущему. И честно, класс, очень круто, честно, очень, в общем-то, очень я одобряю то, что я прочитал. Вот такой вот обзор. Спасибо, друзья, за то, что смотрели, спасибо, друзья, за то, что интересовались. Спасибо большое Вячеславу за заказ, было очень интересно почитать Человека-бензопилу, ну, на самом деле, не все так плохо оказалось. И когда мы в первый раз читали Человека-бензопилу, мы, наверное, не дочитали до самого интересного, потому что самое интересное начинается действительно со второй половины. Недостаток большой, наверное, в этом и заключается, что первая часть аниме, она... Ну, первая часть не аниме. Первая часть... Первая половина даже, можно сказать. Первая половина манги, она довольно скучная и довольно...
такая, знаете, что ли, медленная, никакая, что ли. Вот так вот я же выразился бы. То есть нет ничего, чтобы особо удивляло вот в начале, прям вот вообще даже так вот по мелочи почти ничего не удивляет. Ну, просто потому, что ты уже читал Fire Punch, просто потому, что вот это то, третье, пятое, десятое, там, двенадцатое. Ну, это все равно круто. Все равно в итоге круто, все равно одобряю. Ладно. Спасибо большое, друзья. Ну, вот у нас только двухчасовой разбор получился, на самом деле, в двух частях. Спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока. В общем, ну, вы поняли. Приходите на стримы, конечно. Приходите на стримы.